Всем привет, с вами FreeStudio 21.com. Сегодня мы рассматриваем 202 упражнение Галицинского. У меня 7-е издание сейчас, поэтому открывайте 202 упражнение, кому оно нужно. И вперед, переписываем текст в прошедшем времени. Я не буду тратить время на переводы, кому интересно, тот переведет. Сейчас меня интересуют глаголы, которые имеются в первом абзаце. Итак, в настоящем времени у нас вот этот глагол wakes up. It is, looks, it is, jumps, runs, has. Далее. Это все не надо. Is. И все. Поэтому ваша задача, все, что вам требуется, просто-напросто переставить эти глаголы в прошедшее время. Все. Здесь вас могут подвести ваши знания, ибо люди часто не знают, что многие глаголы неправильные, и их прошедшее время надо искать в таблице неправильных глаголов. Ну, я вам немножко помогу. Итак, первый глагол. Woke up. Второй глагол. Was. It was. Третий глагол. Looked. Все остальное будете переписывать. It was. Опять was. Jumps. Jumped. Это правильный глагол. Runs. Неправильный глагол. Ran. Has. Значит had. Далее. Что тут у нас еще? Где я еще подчеркнула? А вот. He is. He was. И вот это все. Первый абзац готов. Второй абзац. Берем второй абзац, смотрим. At the railway station he meets. They all have. И все. Значит, второй абзац у нас. Met. И had. Вот и все. Третий абзац. Less than an hour they get off. At the small they walk. Find. Spend. И все. Ну и давайте уже сразу последний абзац. Return. И все. Итак, что мы здесь имеем? Got off. Это неправильный глагол. Далее walked. Walked. Далее found. Опять неправильный глагол. Далее spent. Неправильный глагол. Далее returned. Правильный глагол, изменяется только окончание. Вот и все упражнение. Очень легко, очень просто, очень понятно. Когда вас просят переписать в прошедшем времени, все, что будет меняться, это глаголы. Единственное, обращайте, пожалуйста, внимание, если у вас там стоит слово «now» или там что-то такое, оно, конечно, будет вылетать. Но у нас, в нашем случае, текст настолько легкий, что здесь никаких now даже в помине нет, ничего такого, поэтому больше ничего меняться не будет. Вот это, собственно говоря, все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.